приятные посылку отправили из Одессы под вымышленным именем, но немножко не учли того, что сейчас современные города оборудованы видеокамерами. Сейчас управление по борьбе с организованной преступностью того города, откуда она была отправлена, и спецслужбы уже практически видят, откуда уши торчат. Я думаю, у нас через 2-3 дня будет результат. Мало того, муляж гранаты там был в борту головы этой отрубленной и торчал боевой запал. Я хочу сказать только одно. Я прекрасно понимаю, кто это делает, для чего это делает. Мне уже эти такого рода намеки, угрозы поступали, подкуп уже был. У меня есть для этого все доказательства. Я не хочу говорить о человеке, который скоро доберется до того, чтобы могилу начать разрывать. Это тот, который всегда был вторым, он вторым и останется, и бог ему судья. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, это связано с выборами или все-таки с другими словами? Да нет, это 100% связано с выборами городского головы. Я не знаю, для чего еще надо дойти человеку, чтобы это же не первое, не второе, не третье. Вы же видите, какие слухи распространяют, какую грязь распространяют и мерзость по поводу взрыва дома. Вот. Мы нашли все аккаунты, мы нашли всех, кто этим занимается. У этого человека, Исакова его фамилия, черный штат огромнейший существует. У него там целый ряд есть авторов, у него есть целый ряд там аниматоров, у него есть целый ряд айтишников и так далее. Целая творческая студия мерзости, вот, и всего остального прочего. Мы потом после выборов назовем все фамилии, фотографии всех, чтобы их как бы хоть знали, кого на работу. Мне очень жаль и очень грустно, что те люди, которые финансируют этого человека, эту компанию, и те люди, которые на него заголосуют, не понимают этого двуличия, этой подлости, и этого... В общем, не хочу я на эту тему говорить. В воскресенье все покажет. Вот, надо доказывать, что ты лучше, что ты добрее, и люди к тебе потянутся.